Давайте начнем с упражнения, похожего на чечетку. Руки заносим вперед вместе с шагами. Ноги немного согнуты в коленях, живот подтянут. Вы готовы? Делаем 8 движений подряд. Это прекрасное упражнение для разминки. Еще 4 раза. Держите голову прямо. Еще 3 раза. Отлично, давайте сделаем еще 8 повторных движений, приседая глубже. Чувствуете, что мышцы напрягаются сильнее? Еще 4 раза. Хорошо, еще 2 раза. Отлично. Теперь делаем глубокий вдох, поднимая руки вверх, опускаем руки и кладем ладони на бедра. Из этого положения выгибаем спину вверх, образуя полуарку. Стоим на полусогнутых коленях, а затем выгибаем спину вверх. Почувствуйте, как расслабляются мышцы спины. Затем снова выгибаем спину вверх, образуя полуарку, и выгибаем поясницу вниз. Медленно разгибаемся, одна часть тела за другой, как бы раскрываясь волной, и распрямляемся. Сейчас я покажу вам наше первое упражнение из этого комплекса. Правая нога стоит прямо. Левая нога немного согнута в колени и выступает вперед, опираясь на пальцы. Мы будем приседать, как будто садясь на стул, и вставать обратно. Итак, давайте 8 раз подряд. Это прекрасное упражнение для того, чтобы сделать ваши ягодицы упругими. Разве мы не этого хотим? 4 раза. Переносите вес на пятку. Давайте еще 8 раз. Обратите внимание на то, что вес тела приходится на правую ногу. Левая нога просто помогает держать равновесие. Еще 4 раза. У вас отлично получается. Еще пара движений. Давайте усложним задачу и будем делать 3 дополнительных мини-приседания. Напрягаются все нужные мышцы. Бедра выходят немного вперед. Ягодицы работают. Отлично. Вы чувствуете, как ваши ягодицы становятся более упругими? Мысленно представьте себе результат. И снова. Почти все. Ну и последние пару движений. Последнее приседание. Хорошо, стряхиваем напряжение с ног. Вот это да. Мне было нелегко. Отлично, теперь давайте поменяем ноги. Опираемся на левую ногу. Правую выставляем немного вперед. Вся опора на левую ногу. Начинаем приседание 8 раз без остановки. Поехали. Не забывайте переносить вес на опорную ногу. Нога, стоящая впереди, служит лишь для сохранения равновесия. Вся опора на левую пятку. Ну что, еще 8 раз? Поехали. Когда вы поднимаетесь, постарайтесь сжимать все мышцы. Проникните сознанием в свои мышцы, работайте вместе с ними. У вас отлично получается. Последние 2 приседания. А теперь давайте задерживаться на согнутых коленях, чтобы выполнить 3 мини-приседания. Следите за тем, чтобы колено было на одной линии со ступней. Плечи держите прямо. У вас все получится. Осталось только 4 приседания. Выдыхайте при подъеме. Если вы устали, можете сделать перерыв, потом вернуться к этим упражнениям. Итак, последнее приседание. Не забывайте подтягивать живот. Можете стряхнуть напряжение с ног. Теперь давайте перейдем к растяжке бедер. Поставьте левую ногу прямо, вся опора на нее. Правую ногу за спину, плечи прямо, руки на поясе. Делаем вместе со мной. Правую ногу поднимаем и отводим назад. Не забывайте, что вес приходится на левую ногу. Вы готовы? Тогда выполняем 8 раз. Поехали. Не забывайте работать мышцами. Если вам сложно сохранить равновесие, то вы можете держаться за стул или опираться о стену. Еще 2 раза. Добавим 3 мини-движения ногой, повторяем упражнение 4 раза подряд. Если вы хотите усложнить себе задачу, то вы можете прицепить на лодыжку небольшой груз. Еще разочек. У вас отлично получается. Еще раз. Стряхиваем напряжение. Теперь давайте поменяем ноги. На этот раз упор идет на правую ногу, левую заносим назад, руки на поясе, живот подтянут, делаем 8 раз подряд. Подключаем к работе ягодичные мышцы. Почувствуйте, как они подтягиваются. Еще 4 раза. Вы молодцы. Ну что, готовы к 3 дополнительным мили-движениям? Тогда вперед, осталось всего 4 движения. Подтягиваем, сжимаем ягодичные мышцы. Почувствуйте напряжение. Еще пару раз.
Еще разок. Ставим ступни вместе, выгибаем спину, немного наклоняясь вперед и медленно распрямляемся. Давайте продолжим работу над упругостью ягодиц. Ложитесь на пол, но обязательно держите голову прямо. Сначала опускайтесь на колени, затем опирайтесь на руки, а потом можно опустить голову. Подтяните живот и опуститесь на согнутые руки. Мы будем поднимать ногу назад, так что задерите правую ногу вверх, не разгибая колено. Обопритесь о левую ногу, зафиксируйте руки, подтяните живот. Мы с вами будем поднимать и опускать правую ногу 8 раз подряд. Итак, начали. Поднимаем ногу вверх, выталкивая ее к потолку. Работаем ягодичными мышцами. Шея остается в нейтральном положении. Давайте еще 8 раз. Начали. Работаем ягодичными мышцами. Шея остается в нейтральном положении. Давайте еще 8 раз. Начали. Можете поглядывать на меня, поворачивая голову, но затем сразу же возвращайте шею в исходное положение. Еще 4 раза. Осталось всего 2 подъема. Теперь можете вытянуть спину, опираясь ягодицами о пятки. Отлично, давайте поменяем стороны. На этот раз будем поднимать левую ногу, опираясь на правую. Левая нога поднимается вверх. 8 подъемов подряд. Начали. Сжимаем ягодицы во время этого упражнения. Главное, не останавливайтесь. Еще 4 раза. А можете 8, тогда вперед. У вас прекрасно получается. Тяните пятку к потолку. Еще 4 раза. Осталось всего 2 раза. Молодцы. Теперь можете расслабить спину. Теперь сделаем то же упражнение с 3 мини-движениями, как мы делали с другой ноги. Опираемся на согнутые в локтях руки. Поднимаем правую ногу вверх, ненадолго задерживаемся в этом положении и делаем 3 мини-движения вверх-вниз. Проделаем это упражнение 8 раз подряд. Не забывайте подтягивать живот. Тяните ногу, не ленитесь. Представьте себе, как вы будете смотреться в этих шортах. Еще 4 раза. Вытягиваем ногу вверх. И снова. Осталось всего 2 раза, вы сможете. Последний раз. В исходное положение и расслабьтесь. Отличная работа. Теперь давайте снова поработаем левой ногой. Опора на правую ногу, мышцы живота подтянуты. Делаем маленькие подъемы, отсчитывая от 3. 3, 2, 1, отлично. Отлично, вытягиваем ногу вверх. Уже почти закончили. Сжимаем мышцы. Чувствуем приятное напряжение. Еще 3 раза, держитесь. Еще раз. И последний раз. Расслабляем спину, вытягиваемся сзади. Теперь давайте сделаем следующее упражнение. Для этого я хочу, чтобы вы поставили ноги перед собой, обе ноги согнуты в коленях. Осторожно опускаем верхнюю часть тела на пол, ладони лежат на бедрах. Из этого положения мы будем тянуть бедра вверх. Кладем руки вдоль тела, ладонями вниз. Вам нужно приподнять ягодицы от пола и затем опустить их обратно. Мы воздействуем на ягодицы со всех возможных сторон. Зато подобный подход позволит вам довольно быстро увидеть результаты. Итак, еще 4 подъема. Еще 8 подъемов. Вперед! Ваши бедра и ягодицы уже должны гореть к этому моменту. Вы чувствуете? Осталось 4 подъема. Соберите силами, у вас все получится. Теперь сделаем 8 движений бедрами вверх-вниз, не опускаясь на пол. Поехали. Поднимайте бедра. Теперь закиньте ноги, согнутые в коленях так, чтобы они прижимались к груди, немного расслабляя поясницу. Еще 3 движения вверх-вниз, а затем опускаемся. Итак, 8 раз. Начали. Вверх. И вниз. Переносите вес на пятки. Не забывайте о дыхании. Осталось 4 подъема. Осталось всего 2 подъема.
И последний подъем. Отлично, вы здорово поработали. Потяните колени к груди и расслабьтесь. Великолепно. Теперь осторожно поднимитесь. Вы здорово потрудились.